Всем привет, ребят! Ну что, у нас открылся сегодня смотритель, и мы попробуем собрать что-то интересное. Я уже давно на этого смотрителя не бегал, я даже не знаю, что тут у меня получится по составу, но попробуем самых таких домашних поставить. Это у нас будет Зефир, это у нас будет Фрейка, Рон, так, Космо попробуем, Гаргул. И Афинка. Сейчас единственное, я попереставляю всем чарки и прочее. Так, первым у нас будет, давайте так по фракциям закинем, сразу Гаргул. Так, что у меня по Гаргулу? Он бьет процентуально, имеет иммунитет, и поэтому тут особо что-то такое, знаете, придумать не получится у нас, поэтому мы попробуем варианты на дамаг. Плюс отхил. Такс. ПДшек у меня в принципе хватает. Давайте так будем определяться. Давайте Гаргул первый. Ажива и СО. Ну, СО можно поменять. Поставим вариант. Что это было? Я вообще не понял. Ставим, в общем, ПДшки. Таланты вставим. Поддержку или даже, наверное, утекание поставим лучше талантом. А поддержку эмблемой. Надеюсь, у меня тут утекание есть. Нам не придется сейчас ролить. Да, утекание есть. Я попробую такой вариант. Хотя, в принципе, если есть Космо плюс Зефир, они должны, по идее, его обездвижить, и он не будет у нас наносить много урона. Но ладно, попробуем. Давайте попробуем вариант такой. Я перестрахуюсь. Все-таки поставлю ПДшку. Вот у меня есть эмблемы. 7000 у нас получается. Входящий будет. Плюс сюда мы поставим. Для того, чтобы он не слился, поставим. Ну ладно, давайте поставим расколы, попробуем. Для дополнительного урона. Попробуем такой вариант. Правда, я в нем не очень уверен, но пусть будет. Качаем девятки. Десятки бессмысленно тратить. Такой вот Гаргул у нас будет. Ставим на него ангела для отхила. Чаркой ставим ему доспех. Надеюсь, доспехи у меня есть для дополнительного урона. Так, первый готов. Зефир. Так, что по зефиру у меня? Зефир, зефир, зефир. Тоже ставим доспех. Даже попробуем такой вариант. Не знаю, ли будет у нас отхила, конечно же, хватать. Ставим сюда раскол. Мне кажется, он улетит. Ну, мы сейчас увидим на первом либо на втором. Так, так. Поменяли. Дальше. Опять же, Фрейя.
есть. Так, Фрея есть. Дальше пробуем Афинку. Так, давайте тут поставим это, тут поставим раскол. Мы тоже будем использовать. Такс. Такс, 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 такс. Так, Гаргул собран, Зефир собран, Рея собрана, Афина. Ставим раскол. Тут ставим ПДшку, чтобы она не сливалась. Качаем ее на девятку. Есть, есть. Ну, питомца можно даже чекабума для урона поставить. А, снаряга поменяли. Есть. Дальше. Дальше у нас будет хранитель. Так, тут доспех у нас стоит, отлично. Меняем, ставим ПДшку. И пробуем тоже раскол. Такс, есть. И Фрейка. Давайте так посмотрим. Раз, два, три, четыре. И ставим еще Космо. Космо попробуем. Вот такой вот вариант. Все. Вот так вот. Поехали. Так, единственное, на Космо поставим ту же питомца. Поехали, посмотрим. Так, я не собрал команду. А, Гаргул есть, Афинка есть, Космо есть, Фрея у нас будет другая. А вот это вроде все, поехали. Посмотрим, что у нас получится с этой сборной солянки. Стартуем с Зефира. Кидаем Космо. Ну и всех остальных. Смотрите, как Афинка просела. Так, ну первого убили. Ну, очень жестко просела.
А ну давайте будем пробовать вот так вот всех выпускать. Ну, от хила пока, по крайней мере, я вижу, хватает. Самое интересное, чтобы Космо включался вовремя. Успевал набирать энергию. Так, второго прошли. Поехали дальше. Третий. Ух ты, подсели. Ну, пока держится. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Ну, убивают довольно-таки быстро. Ну, дальше, как видите, вроде нормально все. Это пока. Пока нормально. Плюс 3 осколочка розы, отлично. Поехали дальше. Следующий. Третий или четвертый. Так, Хрон у нас жестко подсел. Космо включился. Гаргул включился. Пошел отхил. В принципе, если Космо будет включаться, то все будет good. Зефир плюс Космо. Ну, вроде этого успеваем за один заход убить, если никто не сорвется. В принципе, таким составом и следующего можно убивать. Где-то минута приблизительно остается у нас. Ну, жизни на 30-х прорывах, я вам скажу, так много. Единственное, он бьет процентуально, конечно же, но эти отражалки долго будут убивать героев. Гаргула нам хватает и питомцев для отхила. 2 минуты у нас уходит на это вот. Так, сколько мы убили, получается? 4 с вами мы убили. Поехали дальше. Поехали за пятым. Посмотрим. Стартуем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, Космо улетел, ребят. Космо улетел, и это означает, что у нас сейчас половина героев, скорее всего, тоже улетит. Ну, посмотрим, как пойдет. Афинка просела наполовину. Надо себя передвинуть. Хотя вы и так, в принципе, видите, что Афина слилась. Так будет получше видно. Ну, тут ничего не сделаешь. Видите, космос летел. И, соответственно, у нас ухудшились показатели наши. Минус 2 героя. Но до половины мы должны добить. Попробуем домучить чем побольше. Может, вариант поставить на Космо сразу ремку, чтобы включался. Видите, там проблема в том, что Космо слетел сразу и теперь
парализует у нас только Зефир 1. А так Космо, как и на Архидемоне, очень актуален. Ну, ничего не сделаешь. Шо маємо, то маємо. Ну, пробуем чем по максимуму. Если до половины дойдем, даже если в следующем сольемся, у нас будет одна попытка еще на следующем. Вот, смотрите, сразу же минус 0. Сразу же двоих. Ну, Фрея и Зефир, видите, без Гаргула они проседают. Единственный вариант ставить, ну, конечно, дамага будет меньше, ставить им обряд лечения. Тогда они будут себя хилить дополнительно. Но мы выбрали вариант дамага максимального. Такс. Что там у нас получилось? Ну, такой вот вариант. Поехали. Завтра будем пробовать что-то другое еще. Бонусную попыточку. Выпускаем точно так же всех. Если сольется Космо и не включится. О, отлично, хоть включился. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Вот видите, вся проблема в Космо, я бы так сказал. Вот он включился сразу же. И все good. Если не включился, все печально. Вот таким вариантом мы, думаю, половинку зафармим. Посмотрим, в общем. Было бы неплохо, чтобы он включился на следующем, чтобы увидеть максималку. За сколько мы убиваем. Но, как обычно, у меня чувство, что все просто просрем. Это нормальное явление. Поэтому тут нечему удивляться. Да, не факт, что мы следующего, ребят, убьем за один заход. Это 100% нет. Там как минимум нужна была эта попытка, которую мы просрали на этом. Значит, надо будет что-то менять. В любом случае, мы уже убили с вами 5. Это уже хороший показатель. То есть мы на правильном пути. Да, вот видите, 5. У нас в топе творится. Ну вот кто-то один набил 6, остальные очень близко. В общем, сейчас посмотрим, как повезет. Будет сразу видно. Так, давай переходи, а то он любитель, знаете, побегать. Убежать на другую сторону. Так, Гаргул, Космо! Все. Ну, как я и говорил, ребят. Ничего удивительного. Ну, тут сейчас все просядут, потому что улетел уже и Гаргул, и все остальные. Ну, в принципе, 5 набили. То есть, такой вариант довольно-таки неплох, но, как видите, надо пробовать. Я завтра уже попробую поставить ремочку на Космо, чтобы он сразу включался, и мы не теряли попытки. Посмотрим, как это зайдет. То есть будет ПДшка плюс ремка. Такой вот вариант у нас будет. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.